Яркая и привлекающая внимание детская книга Эльфбе Алименде уже вышла в свет и готова быть полезной. Автор книги – известная поэтесса, автор детских книг Альяна Османова. Он 15 лет эвелсе, Альяна Османова, были бір балачықлар үчін ширчиклер, тапмачалар язды. Ондан сонра оле бір Эльфбе тертібінде япайык, были бір теклифте бұлынды. Ве эр бір Эльфбенін эр бір айрифіне келіштіріп, дөртліклер язды. Сон мен дедім, келіңіз дөртліклерге бешер сөз қошайық ве тержимесін берейік. Яни ем ширны оқыйжак, ем тілін огренеджек балачықлар. Мына шымды арадан 15 жыл кечкен сон, қайрыдан чықардық, әлбетте бұтын ресімлер яныдан япылды ве базы ширчиклер деніштірілді. В книге «Эльфбе Алименде» собраны 32 коротких стихотворения о родине, природе, животных. Книга, украшенная яркими иллюстрациями художника Рустема Ваапова, несомненно, понравится ребенку. Башта бір кенжелер үчін, мектепке же яштаки балалар үчін, бірінші сынып талебелері үчін, башлангыч сынып талебелері үчін қаралаштырылған, ен кенелер үчін деген дайын. Ләкін шымдыки вазиетте базы ана-бабалар да ади сөздеріні білмейм, мұнда олған базы. Оның үшін ана-бабалар бер-абер оқысалар, балларынен бер-абер, да файдалы олыр. Олар да өзлері үшін яны сөздер огренерлер. Родители, в свою очередь, уже оценили книгу «Эльфбе Алименде». Они уверены, изучение родного языка с ней станет познавательным и легким. Мен стейм айтмаға сауныз, чоқ сауныз Альяна Османова, букитап үчін. Бұл кітап пек файдалы, парлақ, дүлбер, балалар оны пек бегенелер. Бұл кітаптан тек балалар дегілді, ана-бабалар да бұл кітаптан тіліні өгренелер. Книгу издали тиражом в 300 экземпляров. Все желающие смогут приобрести ее в крымско-татарских книжных магазинах.